Народ, всем здорово. Ну что-то смотрел, копался, рылся. Пришел в эту игру порать. Я давно-давно в нее играл. И решил, короче, заново. Блять, мышь мотается. Старт ракеты через 5, 4, 3, 2, 1. Ну да, вот мы теперь появились. Это вот я. А, голова. Как же больно. Кажется, у меня сотрясение. Ой, схватап. А куда экипаж делся? Побежим по следам. Кислорода не нужно. Кислорода. Интересно, ты пшиканный кислород не выпускаю. Ну, кому надо, тот прочитает. Типа станция лорд пополняет. Насколько я понимаю, что даже со скоростью, дважды превышающую скорость света, ваша поездка займет 15 лет? Да, верно. Мы будем лететь настолько быстро, что наш корабль достигнет планеты раньше трансмиссии этого интервью. Но все же это будет долгая поездка. Нас погрузит в своего рода кому. И наше сердцебиение будет замедлено, чтобы минимизировать старение во время полета. А как вы готовились к этой миссии в один конец, зная, что вы никогда не вернетесь на Землю? Ну, моя команда состоит из добровольцев, очень квалифицированных и сфокусированных людей. И мы все полны желанием исследовать, открывать новые места. И, откровенно говоря, очень мало что нас удерживает здесь, на Земле. Даже на таком незаметно творили. Их там уже ничего не удерживают. А даже отражение в шлеме есть. Реактивный ранец работает. Ну, почти. Блин, чуть не перелетел. Но почему нет ни единого признака жизни на этой планете? Сдохли все. Хотя вода есть. Да и кислород должен быть. Вроде как.
Подожди. Мне надо как-то туда забраться. Легко. Это ну падает с таким этим прям. Ну, животные здесь какие-никакие есть. Ровно просто какие-то. Ну, похоже на лягушку. На всяких жаб там. Что здесь происходит? Следы еще вижу, вон есть. Ветер, значит, точно кислород. Кислород должен быть. Рассветер есть. Флаг болтается, значит точно ветер есть. Да в чем смысл всего этого? Ладно, я должен быть спокойным. Вторая часть кода доступа к южной лаборатории. Угу. У меня нет слов, чтобы выразить свою гордость в связи с началом наших экспериментов здесь, в этом новом мире. Когда мне описывали зеленый огонь, это звучало неправдоподобно, как будто из мультфильма. Я и не мог представить себе, что увижу такой красочный мир. Я просто ошеломлен его красотой. И теперь нам предстоит трудный путь по оккультуриванию этой планеты на благо нашей Родины. Правительство Запада расценивает наши намерения как агрессивные. Они не признают наш суверенитет, суверенитет Советского Союза. Но за нами стоит так много побед. Мы дали отпор германской агрессии,
стали могущественной державой и доблестно боролись за распространение коммунистических идеалов среди других порабощенных народов. Но то, что мы совершим здесь, позволит стране Советов вырваться далеко вперед и поставит нас во главе всего остального мира без единого выстрела. Мы обеспечим весь Советский Союз энергией, источники которой мы откроем здесь. И я буду стоять во главе этого свершения. Амбициозные планы. Как такое возможно? Нигде больше ничего нету здесь. Ничего тут не светится. Блин, это пальцем ткнул. А ничего нету. Просто по следам эти. Чем по кровавым. В норме? Да, дело плохо. Слушай, у тебя мало кислорода, и у меня тоже мало, но с тобой я поделюсь, чем смогу. Думаю, в этом городе есть немного канистр с воздухом. Вот так, теперь с тобой все должно быть хорошо. Просто держись, приятель. Вместе мы с тобой совсем разберемся, да? Что? Вторая часть. Первая часть, точнее, часть. Вторая вот есть. Так, ничего тут нету. То есть там что-то мигает. Для больше этих космических дьяволов здесь не будет, интересно. Очень сложно это было. Скачаю Чебурашка, смех, музыка, бабушкин сумор, как-то понятно. Давай, дружище, держись. На 8 часов кислорода у нас есть. К баллону присосался и нормально. Так, вот это еще посмотрим, что здесь. И вон я вижу. Тут интересно должно быть.
как будто бы делались в спешке. Словно они хотели поскорее закопать эти тела. Ну что, пойдем туда. Ладно, что здесь у нас. Сзади ничего нету. Ничего. Я вот думаю, как раз на этом мы и остановимся. Короче, там еще и упал.